Ты-дын! Приветик всем, девчонки, мальчишки. Всем поцелуйчики, обнимашечки. Как всегда, от Леночки Молдованочки. Мы находимся на нашей станции Виджеевано. Мы едем в Милан. Я, как вам уже говорила, что мы ждем гостю. И гостья наша приезжает сегодня. Вообще-то прилетает. И мы сейчас едем ее встречать. Так что потом покажу, кто же к нам приезжает. Она уже сидит тоже в Молдавии, ждет самолет. Сейчас скоро уже будет отправляться. И мы как раз тоже сейчас ждем поезд. Пока в Милану, потом в Централе. Мы в Бергамо, в Милану-Бергамо, аэропорт Бергамо. И поэтому имеем сегодня ходить туда-сюда. Так что всем хорошего дня. Смотрите, какое у нас солнышко. Вообще солнце пипец. Ребятки, через пару дней Новый год, а у нас жара. Я в пальто, в шарфе, мне пипец как жарко. Зима называется. Вместо того, чтобы снег был, чтобы поснежило. А у нас жара, тепло. Ну что делать? Что работать? Уже поеду в Молдавию. Надеюсь, там будет снег, чтобы с племяшками в сугробах поприкалываться. Леночка, кстати, вчера волосы покрасила. Ну, не прям так хорошо закрасилась. Как бы седина, да, закрашена. Нет у меня седины. Но цвет такой чуть тускленький. Может, палку селфи сегодня куплю, бы так тяжело на вытянутую руку говорить. Ладно, девчонки, мальчишки, переключимся. Всем хорошего дня и нам тоже хорошего дня. Едем. Я как Витин сижу так. Я просто не привык еще смотреть там. Да, ну то смотрите, коллектив, ты знаешь. Как Витин, как ты потом. Мы едем. Куда едем? Едем. Да еще рано. Городок. Мы просто рано вышли. Очень рано. Ну, в принципе, да. Ну, пускай лучше мы подождем, чем гость нас будет ждать. Че, пускай ждет просто. Мы в нашем поезде. Едем. Ребята, здесь все лентяи, понимаете? Мы уже в Милано, Централе. Идем, берем автобус, чтобы ехать в аэропорт. Так все прикольно, все наряжено. Столько народу. Все гуляют. Тратят гроши. Да, вот. Я боюсь. Мой море боится ходить здесь. Блин, если всего бояться, то вообще нужно только в доме сидеть, ничего не выходить. Если суждено, то суждено. Ну, вы поняли, о чем мы. Ну, дай бог, чтобы такого не было никогда, да, Оля? С Богом всегда ходим. Ладненько, ребятки. Идем дальше. Столько магазинов пооткрывали тут. Это просто жесть. Разные магазины. Манго, Зара и Бенетон. И что хотите тут есть? Только гроши нема у Леночки. Бедная Леночка, блин. Ладненько, переключимся, ребятки. Мы уже сели в автобус. Короче, отсюда с Милана Централи до Бергамо 5 евро автобус стоит. Да-да. Самое главное, что Лена не боится. Вот и только что сказали, что арестовали одного.
Я так что так чуть не обосралась, ребята. Не, ну это было вчерашнее. Нет, с утра чего? Было это. С утра? Потому что я уже утром видела. Типа что один, ну вы поняли, кто, не буду говорить, что нельзя, типа, показывать, типа, как он идет с рюкзачком, и на всех телевизор, типа, что, смотрите, внимание, типа, это подозрительно. А я шуганулась, думала, что это онлайн, типа, что это сейчас она говорит. Я говорю, Жорик, убегай нахер на улицу. А это вчерашнее показывали, море, это вчерашнее. Тот, которого арестовали. От... Ну ладно, а сейчас этого что поймали? Да, только что типа арестовали. Да, этого. Наверное, что-то хулиган. Что-то продавал, какие-то наркоты там такое. Не, ну я испугалась. Я говорю, Жорику, бежим, бежим на улицу, блин, бежим на улицу, я боюсь. А он говорит, это Таша не боится. Не, реально шумусь. Я просто подумала, что это сейчас в прямом эфире, типа, идет, знаете, как онлайн. И это, говорит, типа, внимание, смотрите, там, с рюкзачком на плечах. И я, короче, вообще... Все-таки стрёмно, стрёмно, ребята, жить на белом свете. Экстремалка. А что самое главное жить? Короче, нам долго ехать, это целый час, да? Да. А ты не хочешь свои шмыки открывать? Целый час снять, божарно. Ребятки, мы целый час умеем ехать, вот такой автобус, не знаю, если там видно. Полный, полный, не знаю, куда эти все люди едут, наверное, будут встречать уже кого-то. Да. Или может они идут куда-то? А, уезжают? Да. Может. Едем дальше. Сегодня путешествие с Леночкой. Вы путешествуете вместе с Леночкой. И с Жоржиком. Ну все, едем дальше. Ребятки, мы уже в аэропорту. Нам еще полчаса ждать самолетика. Сейчас поищем место, куда бы упасть, посидеть. Ребятки, мы в зале ожидания. Сидим, ждем. Хочу жрать. Цены, это просто пи-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 пи. 6, 7, 8 евро один бутерброд. Я чуть слюной своей не захлебнулась, когда увидела. Вот я дура, что мне взять с дома что-нибудь, какие-то прянички, что-нибудь сухарики. Не знаю, о чем я думала. Лена Бастанден, одним словом. Хочу жрать, а 8 евро за бутерброд? Так, кто, блянчик, купил бутерброд? Это просто жесть, ребятки. Надеемся, выйдем, потом что-нибудь перекусим, потому что я уже теряю сознание. Нам еще чуть-чуть осталось, минут 10. И все. Гость мой прилетел. А вон моя сестра, я ее вижу. Вот она моя файна. Систер, я уже переживала. Видели привет, дорогая. Привет. Когда написали, что самолет приземлился, я говорю, слава богу. Слава богу. Это моя систер, двоюродная. Но она мне как родная. Так что Леночка рада, рада очень. Так, сейчас держи. Мы уже в порто Дженова. Смотрите, какие у нас тут стены разукрашены. Идем, берем поезд на Виджейвену. Круто, круто. Моя сестра скучает. Сестра, я тебя закрыла, тебя не видно, блин. Я своим телом встала. Уже темно, уже 5 часов вечера, никого нету. Муж побежал быстро взять билеты и до дома, до хаты. Праздники начинаются. Перепила. Вообще, не, ну, поза, конечно. Надо ее назад посадить. Ржешь, ну ты? Да. Идем дальше. Мы уже в Виджеево, но уже приехали. Идем, проходим через нашу пятую Дукали. Заодно систер увидит наши хоромы. Потом придем в Костелло, когда он будет открытый. Сейчас уже закрыт. Нет, Костелло, замок. Там выставка. Смотри, как красиво у нас тут. Все горит. Показываю местности наши. Наш Иисус. Елочка горит. Любуйтесь елочкой, бо скоро уже не будет. Наша церковь, костел. Наши туристы. Домики, кстати, забрали, видите? Домиков нету. Примар что-то там им не доплатил. И они взяли шмутки и ушли домой.
нормально здесь, все странно. 6 часов вечера. Да, целый день в дороге. Я сделала вчера такую вот лазанечку, собрала, сейчас только в духовку быстро кину на полчасика. И так у нас будет на ужин лазанечка Леночкина. Смотрите, какую красивую подкову привезла Вероничка нам с Молдавии. Будьте здоровы, живите богато, на здоровье, спасибо. Не, реально классно. Надо где-то, наверное, в коридорчике повесить. Прикольно, спасибочки. И уже Вероника с гостинцами, конфетки, домашний этот ликерчик. Кстати, с Галюся, Галюсь, привет тебе, если ты смотришь, Галюсе понравился ваш домашний ликерчик. Я говорю, Веронике, будешь ехать, возьми обязательно с дома еще. Да, так что это наш кофейный ликерчик. Пишел по маслу. Да, подкова классная, сейчас повешу где-нибудь ее. Давай, море. Леночку. Выбегла. Солнце, блин. С приездом. С приездом, систер. Мы тебя ждали. Систер. С приездом. Мы кушаем лазанью и с вином. Все, систер, с приездом. С приездом и здоровья, счастья. Кушаем. Ура.